сейчас мага добьем. Поставь шкаф, пожалуйста, провокатора Вайда засунь. Я, видишь, я просто вот к этим экономическим делам очень, ну как... Шары предлагают продавать. Ну, блин, я, ну, я не торговец. Не играю на аукционе, не умею этого делать. Это мой минус. Девчик опять стоит его, типа, дороже, чем 0.3, никто не хочет брать. Меня либо вагонят и подгоняют где. Ну, потому что я сам... Еще раз засмотрите, пожалуйста. Я сам зафармить не в состоянии. Это как бы я в состоянии, но это долго будет очень. Расскажу про топ-паладина за голду. Как можно делать, чтобы был... Чтобы священное пламя дамажило больше, чем 40 тысяч. 40 тысяч? Это двуручку одеть надо. Я не помню, как бы. Это уже проверено. Я уже проверил это работа. Лёха, это то, что ты вчера в ВКшке проверял, да? Да не только в ВКшке, вообще. Вот вы меня соблазняете на вот эту хуйню, я паладином уже хочу играть. Блять, боже упаси. Нечестно. Столько уебищного, сколько только возможно. Провокатор, я что-то самому вроде. Я случайно нажал эскейп. Ну вон, я попросил вчера Кирса посмотреть. 42 тысячи вчера этот дамажил. Ты случаем там не в силовом шмоте был полностью? Ну, в плане того, что ДДш. Не, на мне только воля была. Все остальное было танков. А, ну ебать, воля 600 силы дают, это много. Оно от силы не скатируется. Если прокнет. Агрите мага. Я не знаю, чтоб упало, ты 5 заиграл, им надо молоток сделать, чтоб как это, как экзорцизму приравнять. 240%, правильно, так будет? Ебать, молоток и так ебашит, но чуть-чуть меньше, чем экзорц. А он всего лишь 120%, если о чем. Этот, после этого рейда Грома и Гер буду собирать. Лёха, если кто-то хочет там печеньку продать, можно... А вагоном? Одну печеньку можете продать, плюс там по шмоту тоже продавать тринкеты и всякую хуйню. А можно? Лёха. Слышь, Лёш, а сегодня не планируется, если здесь успеем око еще пару боссов? Нет. Понял. Лёх, а что надо сделать, чтобы войду вот эту вот сейчас теленько? Ну? Вот этот позор осветить. Я даже за ГП бы взял, но я не знаю, за косарь ГП, не знаю. Можно как-то, нет? Осветить? Да хоть здесь, хоть за 5 тысяч, за 50 тысяч, не знаю. Не, просто у меня челик там на две печеньки есть. Одна типа, блядь, вообще не при делах. У меня одна печенька. Войд, если не получится сегодня, мы потом в Каругер можем сходить просто. Там заберешь. А, да. Ну, в карьер погиб, поэтому... Блин, я так же в карьер забрал с помощью Нау. Амир, а я тебе шамана помогу. Там никому печенье. Опять же, в принципе, можем идти одну эту печеньку отдать, вот этого ничего нет. Плюс, кто хочет ЕП-шку подзаработать тоже. Потому что буду давать ЕП за Грома и Гер. Ну мне как бы роли не сыграет, но там что-то 30 стамины все-таки не лишний. Заодно и квест я иду закрывать. А если на Твине пойду, перекинешь на пол? Да мне без разницы, на ком пойдете. Блять, синс, который проносится в 15 человек. Не, я про то, что ты говоришь, ЕП будешь начислять, потом перекинь. Это геморройно.
с одной стороны. Но если... Если надо, будет твой твин, окей. Да, звучит почему-то так, что он нахуй, ну, либо не перечислил. Так оно и есть. Что-то я вообще не дал процента, не чувствую, блядь, как будто бафали и не бафали одновременно. Что за нахуй? В смысле, еще не изменили, нет? А, нет, а если вы же, бля, они не изменили, то бывает на мечей этих. Если сегодня провокатор не будет в топ-1, то вопрос большой к провокатору. Плюс у вас есть продать кусок на ханта с первого босса ЗС, можете сейчас полинковать, если хотите подзаработать. Так, мне на шамана надо зайти и глянуть тогда, есть кто в сети из этих бэйров. Так. Потом обратно на рыбу идем. Кстати, говорили же, пофиксили трэш вот этот. Из стенки не должен убегать, да. Проверять этого никто не хочет. Ну конечно. Ну за тем проверять, если можно это почистить заранее. Блин, я думал... Возвращаемся. Когда-нибудь позже сделают этот баф, а то я хотел себе талант немного изменить. Слети, пока я изменю. Так а сейчас босс у нас, чё, пул? Мы пока бежим. А, ну, блин, зачем вы их цепанули? Чё, на рыбу бежим или где? Да. Они тут трэш цепанули. Офигеть. Ну все, тогда у меня есть время. Вернитесь, помогите нам добить. Ну, одному-то. А есть тут в DC, кто мне в прошлый раз совет давал по сталкеру, что сыграть? А ты в что играешь? Ну, короче, ОГСР какой-то мод играю. Ну такое, блядь, хочешь вообще злостного говна, играй в солянку. Да, там... нет, злостного не хочу. И ну там очень всего дохуя, то есть сразу в два больше, чем в этом ГСР. Я как-то раз поставил, там, блин, вот это выживание, вот это все, это параш. Ну там вначале сложно, потом, когда находишь норму обвес, это заебись. Не хочу дружить вот такого. Ебать, а эти ребята откуда появились здесь? А это Брон привел вам. Нахуя? Эти тотем. А где? Походу там, где скулили, да? Летит, наверное, сюда по пути. Вау, Бисон собирает налича 25 оп. Блять, он уже второй день собирает. Ой, точнее с прошлого КД.
Кстати. Пишет, все он ролл гирает, вот заебись. Все он ролл гирает, да? Гай. Рыбу поставил. Смотрите. Хуй знает, там собирает целка боя, блять, один анрол, осколки, ПДС, нахуй, кто ходит туда? По 250 челики? Осколки свеча разве падают? Да, один падает, он упасть может. Лок, шкаф поставь, пожалуйста, кладбо на Розелину. Провокутор это... Сумма не провокутор. Пропал. Кладбон здесь? Варом добавили доту, да, вот эту что? Рыбу не стоит. Варом дохуя чего прибавил. Да. Пока побудь, пока встаю. Им там, короче говоря, мощные удары сделали усиление. Еще дохуя всего. Добавили вообще дополнительное усиление, которого даже нет. Брони что-то тоже. Два дополнительных усиления. На превосходство. Да. И на... Кир, сдай, пожалуйста, на ману. Конечно, если с нашими 2% сравнивать, это пиздец. Тыкните. Ну понимаешь, армса не дамажит. Да, просто у вара есть фури, который топ-1 по ДПСу. Есть армс, который сзади питался. А у вас нет с кем сравнивать. Блять, мы с вами раньше сравнивались. Мы наравне плюс-минус. Саша, взял. Вы в ДД, я свой дом танчу. Поехали. Ловите рыбу. Нужна дота просто 50% от урона в печати инквизитора. Звучит как извращение. Жаль, нет боссов, манекенов. Заски, чтоб сравнить. Чем не манекен? Трэш есть. Хочет, Брун, хочет. Вдох делает. Ну.
еще страшно будет. ПТБ слева, потуши кинец. Вдох делает. Пиздец, это как, если в воде был? Высунул. Артемий, это подними. Тупо скальп сняло. Ну. Нет, подними. Карина. Не слышит? Угу. Пока тот подними, когда ты. Вдох. Воду. Ладно, вроде так же, как всегда. Попросите, дайте ему. Босса добивайте. Все равно меня, чтобы я сразу. Вот сейчас. Ты заберешь их. Ну, комбат пропадет, я дам. На мужика. Сейчас. Превосходство уже критует. Да, вот я снова с добычей.
там круто, ничего не скажешь. Блин, как же жестко на самом деле поднимает ДПС какой-то шем или цветение для армса. Как же он жестко поднимает ДПС. Это же единственное. Это откуда знать? Типа, я просто смотрел скрины армса с Аль. У него гораздо больше дамага идет от кровоточек. Да, потому что... На уроне пухи. А течение пошло, урон от оружия идет. Урон. Да. Логично, что если у пушки больше урона, то больше кровотечения будет дамажить. Адмирал, колл-спек не прокатит. Ну ладно, не прокатит, так что. Мне все равно все три не собраны. Я на холика хотел. Пиши мне. Как только силовская триня. Уртими. Так, дальше. Ты шо, что такое? Что там? Какого ханта лопнет? Т5. Сейчас быстро нашу ману смотаюсь, посмотрю. Сколько цена у него? Сороки. Где ты меня-то спрашиваешь? Ну, я думал, можно. А, здесь. Там Лёха спрашивает, Брут, можно хилай аспектнуть? Кому? Лёх, ноги и голова челику нужна. Ну, чё, поставил рыбу. Этот. Карина спрашивает, бро. Ну, пускай спекается в хила, моса спекайся в этого, в кота. Мажешь ты. Лёг, забери прото ауру. Дай проверку. Вроде никто не дух. Сек, ребут. Дружусь. Кого готов? А, да, тут. Смотрите за ядро.
вагона подвесится. Давайте Еру. Копии как вовремя кончились-то. Добей эту копию. Вынеси билд панель. Поставь огненный шок, опаляющий тотем, выброс лавы и там молниями доковыряешь как-нибудь. Там 20 тысяч урон напустил. Он все цепухой будет хилить, а не отхилит тотем. Да конечно, он стоит с демоном в мелизоне, типа, блять, там идет хил от всякой хуйни. Давай, что ты бежишь-то? Демона убить. И ты ждал демона. Пикнешься коват в танка после этого. Угу. На следующем в танк будешь.
Че, чувствуется, как уран поднялся уже? Очень. Очень чувствуется. У меня еще пару вариантов по порота паладину предложил. Также рассмотрят вихрь аккуратно. А что там он ничего предложил, чтобы 4 куска работали поинтересно? Не, мне не нравятся прожимы святой пятки. Ну да, такая себе. Почти бесполезная. Интересно. На второй бабл? Нет. Что-то долго здесь сбили, да? Из конта, это уже хорошо. Хоть не на мага. Да, никому не надо было. Да, кинь ассиста. Сейчас, подожди. Разролю потом. Угу. Так, эти... Бланжи... А, там у япончика же РЛК. А тут... Только два человека. Тут и мосс. Так, Денчик. ПС. Перчик. Чё, реально только этому? Только нужны... Нурлету? Ну, если ты про перчатки, то большинство их полутало по две штуки. Они очень часто падали. Это ладно, успех. Нормально, бейте. Осторожно. А вот со вторым осторожно. Были на успект. Весь мой очередь только через перчатки. Да там только два человека типа, перчатки на шама паладин. Пока нет шема, тогда через перчатки. Шемом тогда через поножи. Какая разница? Ты либо одеваешь просто апокал, либо что-то другое в этом вот. Нет, апокал ты в любом случае одеваешь. Не знаю, я подожду следующего контента. Должны появиться ботинки с фоткой хосты по-любому. Денчик, у тебя и так два шамана, два рестор друида и ДЦ приезд. Он хочет, чтобы кто-то ДПС. Так дохват скорости, еще на шее меняет состав. Инеров, ты посмотри, сколько для тебя. Нуров-то нам. 6 нуров. Теперь смотри, Раска, у тебя сколько сейчас скорость атаки? Разбежались быстро. У меня типа 2.82 сейчас. Бать, еще один. И это пиздец как мало для ШМ, а вот под проб желтый джек. У меня 2.28. А, ну у тебя ДК рядом. У меня тогда на ДК нет, сейчас баф. Ну, тебе не может быть 2.28 без ДК. Я тебе говорю, что у меня сейчас 2.28, можешь сюда подойти, посмотреть, аура нет. А, нет. Будет рядом, ты чё? Это с ним 2.28. Почему? У меня 60 хосты еще не добор от шеи, у меня шеи нет скета. Почему мне понравилась идея с хостой вообще под желтую джагу? Заеби же идею. Почти 800 будет у меня с шеи скета.
У тебя пояс очень много меткости дает. Так, я потом возьму АПК, я поменяю пояс на соло. Че, это нормально, второй? Второй нормальный, да. А че лежим? Строишь сзади, сагрит. Сзади. Боже, сейчас будет смотреть. Я вот смотрю, сейчас вихрь все по-прежнему на первом месте, 26% от всего, превосходство уже 20%, и, типа, а раньше было примерно 35-15%. Аб жесткий. А посмотри, сколько ты ворка давал? Ворка я давал 19-20. Боковуху, короче, ага. Сейчас будет 25 давать по-моему. Да не, не 25. Говорю, у меня оружие слабое, чтобы давать 25. Сейчас хитти хорошенько. У тебя лучшее из доступного. Из фантома. Блять, чмон доломал. Разбежались. И кто подбежал-то?
опять хуёвый. Это кто-то дебаф с тебя не снял. Просто, блядь, с дебафом забежал в толп. Нормально или нет? Это хуёвый. Уже совсем там спал. Дебаф. Он спал прошлый дебаф со всех. Он новый кидает. Нету дебафа. Ведь в смысле нет, вот на ретрике только что был Дравенсон. Ну и вроде мажется такими там. Отойдите от левого, сейчас служу буду. Так тебе надо было бы забрать. Это добрый, добрый, бейте. Чуть не сухарил мне с 2000, спасибо, добрый. Я обрыгаюсь, сука. Чуть не обрыгался. Ну забавно, трансмог сейф. Да, он иногда слетает, когда чинит. Я себе, мой второй. 152 длина смарт. Хрен. Нет, переодень, сними полностью. И надень заново шмот.
попробуем. Ну, Джуса, ребят, починитесь, кому надо. Рыбу поставил. Сыплоты не забывал. Так, кому этот босс не нужен? Дракон. Лёха, Брун в хиле, нет? Да, Артемия в хиле будет. Вместе с Моссой. Тоже в хиле, пока тут в сове. Она... Ничего. Так, по поводу хилов. Мосс, Артемия, вся пятая группа. Так, а тут побудь в сове. Кават на боссе, Войд на шамане. Я по одному буду вытягивать. Женек, тебе часом не пришел? И на раз смотрите по хилам. По поводу хилов. По поводу хилов, Денчик, как обычно, на этом войде простят их Кават, хилишь Кавата. Ямка, помогаешь прости и хилишь рейд, все остальные на рейде. Волки на месте бежит. Рыба есть, кушайте, кому еще надо. Рядом со шкафом Лока. Лёха, а тебе нужны вот эти зелья несокрушимости на броню? Последние ящики. Можешь дать парочку? И одна штука только. Давай. Локи здесь? Спасибо. Да, сопрот обязательно. Сейчас Локи, наверное, вылетел, сейчас перезайдет. Даю проверку еще раз. Всех. Локи ждем. Женек. Че Женьку не... Дракон. Че? Какой дамаг у этого? Слушаем. Именно урон. 954-1590. А, цветение такое же. Ну да, у них скорость атаки одинаковая. Цветение это тот же самый шайм, только без прок. Да, без прок на силу. Переводится шайм для бедных. Шайм для бомжей. Шайм для ленивых. Чё шайм для ленивых? Шлем для ленивых — это покупка шлема, а это шлем для бомжей. А, это, что вы в РС даже не ходили, да? Убили уже.
Убили? Реально убили? Да. Пиздежом попахивает. Да, чувак. Мы не решили. Женяк, я же тебе сказал, выпал кольчужный пояс, РТДшный плащ и чех РД. А, ну понятно, все, давай. Локи, где Локи? Есть в Дискорде, посмотрите. Бля, чё он так подставляет-то? Заходи обратно, Саманти Драгонсона. Ух уж эти Локи, бля. Он вылетел, не? А его нет. Я это и спрашиваю, Саманти или нет. Дайте шкаф, месье Лок. Да, Зелина, дай шкаф. Сейчас по-быстрому под бурстами сносим первого, а там будет полегче. О-то-то-то-то. Бля, не покушал. Или покушать тут нет. Вкусно. Даю проверку. Адмирал здесь? Кто и рейд начал? По готовности кават. Все против. Ера, где? Геру дайте. Дали. Да, дали. Где сопро? Хил уже. Прохил. Пока тут. Маны бы чуть-чуть. Адмирал Уинер, пока тут. Знаете, немного осталось потерпеть, и урона не будет. Дай массакру. Только не бэрьте его. Осталось всего лишь лям додавить. Урона порезан. Готово. Все, и нора раздаем по хилам. Все. Японец, дай гип. Дал. Какого с друидов 2-5? Рестора. Мосс. Мосса, ты мне потом будешь нужна для аккаунта из кадры. Нужен. Давайте добивайте. Там на руки, которые ты уже остался один, принц. Следующие руки стабильно будут твои. Шамана полетели. Нет, ты пончик гимна. Я уже его отдавал, мне просили. Что, ты можешь его повернуть?
так, там через 40 секунд и нора оттатится, зальете по хилам. Пройдет каст, только тогда милики подбинуть. Точно каст, а так бьем бы РД. Если каст прошел, можете подбинуть. Пора отбегать. Бьем, нет? Не видишь, заморозило бы еще. Сейчас каст пройдет даже. Подбегать. Так, я ДБМ обновил на этого босса, поэтому таймер сейчас я выровнял и добавил спецпредупреждение. Где, кстати, эти новые ДБМ подберешь? Я сам их делаю. Он на моем программе. Где его дело? Уж редактируешь, а не делаешь. Ну да. Не шотнуло, это же повезло. Корректируй. Можно не раза сделать повестку там шамана? Там, да. Тут по всем надо. Пою гимна маме. Дальше мне в танке или в ДД? Линза в списке вообще маленькая. По всей видимости, как у бомбы на келе. Чё с совами? Секстан. Опа, ебать. Опа. Так, Лёх, этот, штаны мне скинь на ханта. Тут студия. Ты хипс хотел, да? Мне на это очень похоже, на дубас, блядь.
Ты прикинь, кто-то зарулит. Сегодня твой день. А карта завтра? Ну да. Лок вылетел и секстант упал. Амир, может, мне по майнспеку забрать? Так, приоритеты первого статика, а не второго, ты помнишь? Лёха там заберет на холи пауэр. Тут раз же он забирал, да? Блядь, вот тебе Жужин чуть-чуть не догонял. А если бы он вчера косарик бы не полотал? То он косарик. Ага. Или когда он там косарик полотал? Кому по ножи отдавать? Кирсу. Я не вижу. Диск. Четвертый. Так, только ты мне не те дал. Да, немножко не те. Ой, ладно. Отдашь, я беру. Ага. Так, все. Ну, вот это положено успех, мне показалось. Не туда ты, Лёх, по-моему, скинул. Чего? Сено холи пало. Да какого холи пало? Вы думали, холи пало? А что? Давай, брат, сейчас паролить. Угу. Текстан, давай сюда. Нормально, на холи пало зайдет. СПД как раз так надо. Так, рольте пока эти. По ножа. Надо. На мейн покажет? На мейн скажет, у кого там приворвыш. Не, клакбона на оп. Я на мейн говорю. Я тоже на ОП. На мейн надо кому? Скинь роллом, чтобы... Ну вообще мне надо, но как бы у меня пятый кусок будет уже. Лёх, кинь через... Они просто крита дают очень много. Еще раз говорю, на мейн кому-нибудь надо помер? Это давай мне, меня. Давай мне, кончу. На друида, которая... Друид, прист, блять, еще раз разраливаю, ролим, кто на мы. А кто на мы? Ой, че ты себе... Вначале мейн спек. Ну вот, ты пойми. Мейн спек. Войд, это твое время. Ролит опять на это. Пипец, только одному человеку. А чё там приор копит, я не могу понять, на чё. 11-1. Такой приор теряешь, Саня. Ай, господи, копит. Давай этот обмен на понор. А чё, по ГТ 500 не стоит больше, да? Просто смотри, тут у адмирала приор 164 и 4. Ок. А, да? Это баг. Ладно. То есть понос же... Кому нахер уже на мейн спек не нужны, в принципе? Руки... Только мосси остались. Из тех, кто ходит. Друг. Там еще лич, бомжара... И ДПС. Лич, бомжара, это два человека или один? Это приложение. Скинь адмиралу туфту дилку эту. Ссылку еще разок. Аддон перекачай на ДБ. Ну, смотри, какая тринка нахер.
Увеличивает силу заклинаний. Да, да, да.